Привет. Смотри, сегодня мы, заказывали разные игрушки и решили заказать, знаешь, такой баллончик для, ну как тебе сказать, баллончик решили заказать такой, ну чтобы шарики надувать, гелиевые, потому что у меня есть солнышко, которое я так тебе еще не подарил, такое большое. Я хочу, оно просто сдулось, потому что оно тебя ждет и никак. И вот мы решили купить гелиевый баллончик. А по-латышски, ты знаешь, и гелиевый баллончик это хелия газы. Вот, хелия газы. И мы, когда его покупали, я такой читаю хелия газы и прочитал его гелия хазы. Ну, потому что мне нравится слова переставлять буквы. Два слова, когда идет первую букву берешь со второго слова в первое слово, а в первую букву с первого слова во второе слово. И получается смешно. Например, море в патрик, можно сказать, поре в матрик. Или, например, хелия газы будет гелия хазы. И вот, и я думаю, такое, нам так смешно стало, что это гелия хазы, ну, знаешь, так смешно звучит. И я решил в гугле написать, что такое гелия хазер. Я пишу в гугле просто гелия хазер. И смотри, что вышло. Вышло стихотворение. Значит, вышло стихотворение, но оно было ВКонтакте, и я не мог его почитать, потому что у нас в стране заблокировали ВКонтакте. И я решил его просто написать, то, что я увидел, и я, короче, стал его, это самое, ну, писать, и это получилось очень смешно, смотри. Я буду читать, но я на этом языке ничего не понимаю, даже не знаю, какой это язык. Значит, барын, барын, заманда. Это чувствую какой-то тюркский язык, потому что заманда, это, ну, как бы, заманда, это заманинда, ну, то есть с временем связано, что-то, кстати, вот такое. И потом, ну слушай, барин, барин, заманда, эни ем яж булганда, эти емнем кузи тошеп и ке тормыш корганда, эти батер булганди, эни матур булганди, минчу тугач ты, ой, эчлере шатлык белен тулганди. Припев. Эли де матурлар, эли Дематурпар, экияте и лемде, энтибар, энибар, эрекле туганьорт, жилысы, учаги, этинен, учлары, энинен, кучаги. Мин белеки чагинда, назланып торгамында, тошмитором идем дилер, энинен, кучагинда. Биг белеки чагинда, биептора идем дилер, иден токта талрантугел, этинен, учларында. Экиятей балача чагымда бег хесрецес ускенем итиемнем учлары куларынын кочлере бикарыган чагымда энием кочагына башларымны салер очен кайтам туган ягыма. Вот такое стихотворение. И прикинь, там был еще перевод. Ну, я думаю, давайте перевод прочитаю. Перевод, кстати, классный. Классная песенка оказалась. Но я не знаю, на каком языке. Мне кажется, что это один из тюркских языков, потому что заманинда это с турецкого как бы идет. Но, ну, может, азербайджанский, может быть, узбекский. Не, вряд ли узбекский. Может быть, казахский. Ну, не знаю, короче, какой. Слушай, очень красивое стихотворение. Папа есть, мама есть, называется, кстати. В тему вообще, прикинь, вот так вот. Гелия Хазард написал, и вот такое стихотворение. Или аж. Ну смотри, короче, слушай. Значит, папа есть, мама есть. Было времечко, года. Млада мать была когда. Мой отец в нее влюбился, вместе жизнь вели тогда. Был отец богатырем, мать красавицей при нем. Я, когда на свет родился, полон радости был дом. И припев. Все красивые еще, дивнопара вообще, словно сказка краю, жизнь пусть живут, как в раю, ласков дом мой родной. Теплотой очагом греет папы ладонь, мамы руки кругом. Был я маленький, когда ласки жаждал я всегда. Говорят, что не спускался рук из маминых тогда. А когда совсем был крохой, то плясал совсем неплохо. Но на досках, не на досках ровных пола, а на папиных ладонях.
Вот так, прикинь. И смотри, еще интересно то, что в этом сайте была эта песенка, был, значит, перевод и была сама песня. И я сейчас ее включу. Бедный язык, конечно, не спрятал. Ну, как мог, так прочитал. Да? Это, я не знаю, какой это язык, но это похож на тюркский язык. Это, скорее всего, либо, может, казахский, может, туркменский, может, татарский, кстати. Татарский тоже, может быть, татарский. А может быть, азербайджанский. Ну, не знаю, трудно сказать, я не знаю. Надо посмотреть потом. Если, ребята, хотите, посмотрите, напишите, какой это язык. Да. Случайно выключил. Ну ладно. Как бы, ну, мы уже послушали. Такое вот получилась песенка, классно. Да, так что так. Всем хорошего настроения.